Ну что, меня не было. Несмотря на то, что я на пенсии, необходимые денежки зарабатывать, поэтому я отлучался к денежным местам. После у меня, так сказать, была реабилитация. Такая очень интересная реабилитация. Как я ее понимаю, в Переславле-Залесском. Вот Переславль-Залесский, древний город. Древний город, место силы, мощнейшей силы, само озеро удивительное, мистическое, синий камень, храмы, намоленные места, все это очень интересно действует. И вот, казалось бы, ну что меня вот в последнее время вот тянуло туда. Я взял с собой супругу. Вот. И с Москвы поехали в Переславль-Залесский. Вот. И там, значит, я как раз пробыл две ночи. И вот первая ночь, что мне снится? Мне снится мой хороший знакомый Игорек, умерший от онкологии. Мы с ним были близки, приснился он мне в моем старом доме, который мы развалили. Вот. И он плачет, ничего не говорит, просто плачет. И рядом с ним я вижу человека, как бы тот, который за ним наблюдает. Вот. Понял, что требуется ему помощь отсюда туда. Поставил я свечку за упокой. Сам так кое-что почитал, заказал, чтобы почитали в храме. Вот. Следующий сон снится. Снится мне жена моя. Кстати, там интересно, во снах всегда человек снится не то, что он сейчас уже, так сказать, представляет собой, а в своей, так сказать, лучшей форме, молодой, красивый, в платьице. И вот она что-то там пошла воду набирать. В одной руке у нее баклажка для набора воды, а в другой она держит деньги. Такие бумажные. И вот я понял, что у нее что-то там наклонилось, как деньги выпали. Она потянулась за ними. То есть я услышал плеск этой баклажкой о воду. И смотрю, она пошла ко дну. Пошла ко дну. Я, значит, за ней. Кстати, пошла ко дну, знаете, интересно. И вот дно, оно такое желтоватое. И как бы только раз ее присыпало. Значит, я ее схватил, вытаскиваю. Так я ее как раз взял с воды. И у меня мысль, а жива она или нет. И слышу, под рукой сердце ее бьется. Тук-тук-тук-тук. И думаю, ну сейчас надо делать искусственное дыхание ее. Дальше, чтобы она задышала. Только я, значит, это подумал. Она, значит, делает вдох и говорит, о, как хорошо мне хотелось прохладного. Ну, вот такой вот сон. То есть, иногда бывает так, что в те места, в которые нас почему-то тянет, это неспроста. Что-то мы там должны сделать для кого-то. Даже не для себя, а для кого-то. Интересная такая мысль. Вот, поэтому у меня не было, я там снимал то, что мне нравилось. И приехал, я, значит, читаю ваши отзывы. Елизер Ашуров, Ляпотата Какая Петрович, ну какие же, какой же это борщевик, это тысячелистник вижу и так далее. Рад, что Ашуров вернулся.
А что касается борщевика, то это я совсем другие заросли видел. Нет, там как раз не борщевик, действительно, там вот такое русское разнотравье, русское поле. Удивительное, удивительное место, красивое такое, знаете, медом пахнет. Вот, читаю дальше. Значит, Марат Щелгунов пишет, снимать больше нечего. 3 часа назад, да? Кто-то говорит, молодец, так держать. Александр Дохненко 2 часа назад высказался так. Пора отписываться от канала. Лучший канал Виталия Островского посмотреть. Что-то умное такое, значит, почитать. Вы знаете, это ваше право записаться, отписаться. Ну, как бы сказать, я не тяну, но я хочу немножечко о другом поговорить. Я по рекомендации Александра посмотрел канал Виталия Островского и должен сказать, молодец, молодец, знающий человек, чувствуется, он над собой работает, макробиотика. И мне больше заинтересовало не то, что он там как бы изложил, хотя тут антураж интересный, все это там такое. Хотя у меня сзади там книги мои есть и библиотека. И можно еще тут что-то там такое наставить, знаете. Но в первую очередь я хочу сказать, что я интересуюсь, ну, буквально таки всем. Где-то чем-то больше, где-то чем-то меньше. Ну, что я, как бы сказать, из этого вывел. Значит, вот смотрите, он как раз, Виталий, занимается макробиотиками, чувствуется, да, он вот в такой вот форме. А посмотрите на меня, вот я занимался самооздоровлением, вот видите, мои фото. То есть, не хочу сказать, что вот это надо там сравнивать, да, просто... Я часто подчеркивал, что занятие самооздоровлением требует организации и самодисциплины. Вот, грубо говоря, насколько у человека хватит этой самоорганизации, там, дисциплины для того, чтобы, ну, поддерживать себя в том виде, в котором он там хочет. Или насколько хочет, насколько заморачивается там с этим, ну там, что-то искать, это ДТБ. Это, конечно, все можно сделать, если вы хотите. Но каждый для себя решает сам, насколько он это все хочет. Вот поэтому посмотрите вот на Виталия, на меня. То есть будете заниматься. Я не говорю о том, что, допустим, он как раз рассказывает о макробиотике. И говорит, что вот там где-то в Лондоне существует такой вроде клуб интеллектуалов, которые там живут по 100 лет, занимаются макробиотикой и так далее. Вот она книжечка, «Золотые правила питания», «Принципы питания в соответствии с инь-янь». Вот оно все изложено по книге Жоржа Осавы, макробиотика, что, что, как, идеи, какое это. Пожалуйста, придерживайтесь. То есть не то, что я об этом не говорил. Все это уже давно изложено. И не только мной изложено, им изложено. Это изложено непосредственно самим Жоржем Осавом. Фиг знает, когда это изложено. Так что читать-то мы не любим. Знаете, вот что-то вам тут рассказать, вот так вот по-быстрому там. Какой-то рецептик и так далее. И это, естественно, собирает там аудиторию. Я не возражаю, пожалуйста, смотрите, отдельные вещи, действительно, есть все это такое. Но! Вот но! Я уже перестал там, что там говорит, снимать больше нечего, посмотреть что-то умное и так далее. Все умное, то, что я знал, я как раз изложил в книжке «Основы здоровья», в котором рассказал вот не то, что я знаю и для себя применяю, а как создать
собственную систему оздоровления. На что надо опираться? Часть первая. На чем должно основываться лечение, оздоровление, омоложение человека? Часть вторая. Очищение организма. Да, в очищении организма тут можно, естественно, различные там процедуры добавить с использованием жгучих растений, которые взаимно усиливают друг друга, дабы, значит, вот особенно бороться с этими грибками, которые не любят жгучего вкуса. Часть третья. Первая целительная сила сознания. Вот там, о, допустим, вот такое слово «стресс». Да это слово «стресс» для меня ничего не говорит, понимаете? Вот стресс и все, там стресс, что-то там стресснуло. Мне надо досконально узнать, что это такое. Стресс, английское слово, напряжение, да? Что она напрягает, как она напрягает, от чего она напрягает и так далее и тому подобное. Все это я разобрал вот в этой книге. И, кстати, как вот эта книга «Золотые правила питания», так и эта книга, вначале я ее пытался раздавать вам бесплатно, отсылать, то есть взял на себя вот эти вот хлопоты, которые нафиг мне не нужны, понимаете, ну думаю, людям сделаю там хорошее, вот они захотят. И сколько там, 20 человек захотело. Я не хочу сказать, что это меня оскорбило, но это меня озадачило. Поэтому я их выложил на своем сайте, пожалуйста. Вот они лежат, пробегитесь по всему интернету, да, там интересно, да, там так далее, тому подобное. Но, чтобы все это было сведено в систему, а вот такого я как-то не встречал особо, понимаете. Либо ты там вот макробиотикой занимаешься и там все это там ищешь для ее, либо ты занимаешься, допустим, аюрведой, а как это, понимаете, вот как бы сказать, для нашей российской действительности все это сложить, с учетом индивидуальной конституции, о которой вообще мало там кто там что-то говорит, которая меняется с возрастом и так далее, а вот этого как-то я особо не находил даже. Итак, первая целительная сила – сознание, индивидуальная конституция, что такое, формирование человеческого сознания, что такое, слагаемая психическая активность человека и влияние на здоровье. А то, конечно, да, вот стресса не надо. Я ни в коем случае не хочу зацепить Виталия Островского, зацепить. Ну, просто многие говорят, вот стресса, у вас там, вы там полнеете или еще успокойтесь и так далее и тому подобное. Мне всегда интересовал, как эмоции от слова волновать, как это волнение передается на ту же самую щитовидную железу, на те же самые кишки, на те же самые мышцы, на те же самые связки, на те же самые человека, и его разрушает. Все это я изложил, то есть для себя, чтобы это было, в первую очередь, понятно мне. Вторая целительная сила – дыхание. Рассказал общее сведение дыхания, детализация процесса дыхания. Третья целительная сила – питание.